C'est ça va que пугают и ловят, помешают. Потому что их же два выводка, их же больше должно быть. Ой, даже фотографии. Фотографии. Ну, сейчас фотографии. Подойди, Вика. И вот тут отсюда. Вот тут. Там же камушек есть. А куда делся взрыв? А, вот так. Это не вот так, это какие-то другие. Смотри, видишь, малыш унесет. Боже. Нет. Вот наши дикие утки схватила и съела, а это несет малышу. А ты тогда? А водяные курочки, камышок. Они взрослые. А, подросли. Вот взрослый вот этот черный. С красным пятном. Вот видите, она мама или папа, вот если взяла хлебушек, несет малышу, сама не ест. Видите, все у нее забирают. Да. Видим, ага, ага. Бежит, они бежит, вчера выходили вот сюда, на землю. Были. Да, а мне ничего было им дать. Я ночь не спала. Я приду с утра покормлю. Но сегодня не выходят. А где-то, значит, покормили. Вряд ли кто-то уже их кормил. А что, там люди тоже ходят, этих лебедей горно, так что, может быть, уже их покормили. А когда они уже их не ловят, этих лебедей? Но их мало, их должно быть больше. Их собаки гоняют, прямо сюда прыгают и плывут за ними. Все, хлебушек не кушает. Утолили голод. Я вам такую булку сдохнула, принесла. Это, видно, взрослый. А где же младшее поколение? Я вообще не вижу. Видишь? Слушай, ну надо же. Бери и ешь. Нет, надо, чтобы мамка. Смотри, смотри. Это же чудо. Сама не ест и несет. Да. Это вообще. Такое, глянь, смотри, раз. И понес. Сейчас тому отдаст. Нет. Не, вот и вот плывет, заберет. Все равно забрал. Ой, чудо природы. Смотри, последний замес. Вот у них перепоночек нет, они как-то плавают. Наверное, им тяжелее, чем обыкновенным уткам плавать. Они зато бегают по воде. Копперфилды. Слушай, классненько должно получиться. Должно классненько получиться. Вот такое у нас чудо в парке есть. Камышовочки. Водяные.